привет! Не успели войти в рабочий режим, как снова отдыхать. Куда пойти и что никак нельзя пропустить, разберемся вместе прямо сейчас. Поехали! Двенадцатого января для самарцев подготовили вечер камерной и органной музыки. Изысканные виртуозы 18 века. Исполнители – лауреаты международных конкурсов. Куйбышева 115. Начало в 17:00. Виниловый вечер в библиотеке. В эту пятницу тема вечера «Человек со звезд» Дэвид Боуи. В День памяти Дэвида организаторы призывают поговорить о его жизненном и творческом пути, роли в революции мировой музыкальной культуры и вкладе в мировой кинематограф. Также для гостей подготовили выступления и редкие интервью, и любимые виниловые пластинки. Начало в 6 часов вечера. Проспект Ленина, 14. В субботу киноклуб «Ракурс» подготовил авторскую программу Михаила Куперберга «Многоликий мир кино». С 16:00 начнут показывать три картины. «Долгое путешествие» – это фантазия на темы по рисункам Федерико Феллини. «Полтора кота» – это фантазия об Иосифе Бродском. «И знаешь, мама, где я был» – фильм воспоминания Ризо и Ливана Габриадзе. Лекция с просмотром и обсуждением фильмов. Проспект Ленина, 14. В воскресенье в загородном парке фестиваль зимних народных забав «Славянская зима-2020». В программе традиционные игры и хороводы, чай из самоваров, выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел, а еще ходьба на ходулях, тематические фотозоны и новые знакомства. Гостей ждут к 12:00. На этом все. Всего вам доброго. До встречи!